Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как найти работу? Возраст уже не молодой, устроиться невозможно. Ходил на интервью, человек я коммуникабельный, но что-то не так. Ну да, совершенно очевидно здесь, что что-то не так. Вот. Но что именно не так, сейчас сказать практически невозможно, потому что там а у вас нет никакой информации, вот. То есть, если вы расскажете нам, что, как вы делаете, если вы расскажете нам, что конкретно вы предпринимаете, да, для того, чтобы, вот, как раз. Для того, чтобы, вот, как раз, устроиться на работу, да. Как вы себя репрезентуете, вот, как вы себя позиционируете, вот, что вы делаете для этого, вот, если вы опишете нам свои действия, скажем так, да, вот. Я думаю, что можно будет, конечно, помочь вам разобраться и увидеть, что вы ну, что именно у вас не получается. Вот. А сейчас это, ну, к сожалению, сейчас это просто вот максимально общая картинка, вот. Максимально общее впечатление, вот. Смотрите, я дам вам несколько вопросов, которые, я надеюсь, помогут вам сориентироваться. Значит, когда вы идете на собеседование, да? Когда вы идете на собеседование, какую цель вы преследуете? То есть, чего вы хотите? А для чего вы хотите, пытаетесь устроиться на работу, вот. То есть буквально зачем, да? Второй момент. Когда вы общаетесь, значит, с теми, кто берет у вас интервью, собеседует вас, на что вы ориентируетесь? Что, что находится в центре вашего, так скажем, внимания, да? Вот. А почему, выбрать должны именно вас? То есть, ну вот, можете ли, вы ответить на этот вопрос? Себе. Вот. Почему должны выбрать именно вас? Вот. То есть чем вы уникальны, чем вы отличаетесь от, ну, других соискателей, вот. Это такой момент. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, да, это то, значит, что в работе для вас
Важно. То есть, ну вот, что вы считаете, да, что вы чувствуете для себя важным в работе. Вот. А, ну, помимо денег, например. Вот. Да, как бы. Вот, на эти вопросы вам нужно поискать, как мне видится, ответы, да? Для того, чтобы лучше немножко понимать ситуацию, вот. И чтобы понимать, что именно не так вы делаете. А сложного в этом ничего нет, если пройти к вопросу серьезно. Вот, единственный момент, на который вот опять хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что придется менять модель поведения, потому что, ну, та модель, которая есть сейчас, да, она не работает. Там, ну вот, та модель, которую вы используете сейчас, вот, она не работает. Просто не работает. Вот. Именно вот в силу того факта, да, что, ну, не приводит к тому результату, вот, который вы хотели бы. Вот. К сожалению. Вот. Вот, пожалуй, так я мог бы ответить вам сейчас с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии. Вот. Если у вас есть какой-то страх, если у вас есть сверхзначимость работы, вот, если вы чувствуете, что, говоря, например, о работе в действительности, вы говорите о чем-то другом, это тоже очень важно преследовать, потому что смешивать вот в одну кучу, да, ну, наверное, не есть хорошо. Вот, ну, в том смысле, что за счет работы, да, решать какие-то немножечко вот другие вопросы, вот, на мой взгляд, это не совсем корректно, вот, с точки зрения, опять же, психологии. Как-то так, на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.